Согласно планам приема на этот год, утвержденным правительством, более 20 400 человек будут приняты в высшие учебные заведения на первый цикл, в том числе 33% на бюджетные места. Увеличена квота приема на педагогические специальности, в частности, для подготовки учителей начальных классов и педагогов дошкольных учебных заведений. Большее количество мест предусмотрено и на инженерных специальностях. На мастерате предложено более 9 200 мест, в том числе 3568 с финансированием из госбюджета. В 2013 году в высшие учебные заведения Республики Молдова будут приняты 915 иностранных граждан, в том числе 345 на бюджетные места, в соответствии с межправительственными соглашениями. В средних профессиональных учебных заведениях предусмотрено почти на 150 мест больше, чем в прошлом году, а также новые специальности. În învățământul secundar profesional, în total 12.035 de persoane, mai mult cu 145 de persoane decât anul precedent, inclusiv 370 de persoane pe bază de contract, dintre care 11.665 finanțare bugetară. La fel se propune în includerea două meserii noi. Este vorba despre fermier specializat în creșterea diferitor culturi agricole și montator dispozitive și aparate radioelectronice. La fel, în colegii se prevede admiterea a circa 8.355 de persoane, dintre care 4.771 de persoane la buget, 3.384 în bază de contract. В учреждения среднего специального образования в предстоящем учебном году будет принято на 400 человек меньше, чем в прошлом, в связи с реформой педагогических колледжей. Вместе с тем будет увеличено количество мест, предлагаемых частными колледжами. Напомню, с 2013 года прием в вузы будет проходить по новым правилам. Выпускники лицеев и средних специальных учебных заведений смогут подавать документы в несколько вузов одновременно.